После праздника Христова Воскресения у православных продолжается Светлая Седмица. Поздравить верующих муравленковцев приехал архиепископ Салехардский и Новоуренгойский Николай. Приезд владыки – это всегда радость для прихожан и духовенства храма. Традиционная поездка владыки Николая на Светлую Седмицу продолжится по городам и поселкам Ямала до 9 мая. В планах посетить и провести службу в Губкинском, Таркасале, Новом Уренгое и Надымском районе. Архиепископ поздравит ямальцев с праздником Воскресения Христова и Светлой Седмицей. В эти дни прихожане молятся и посещают храмы. На Светлой Седмице отменяются все поклоны. Молитвенное правило, оно очень коротенькое, небольшое, радостное, но в эти дни надо стараться посещать храм. В эти дни можно посвятить внимание своим близким, уделить, это тоже очень важно. Завершится неделя после Пасхи Фоминым воскресеньем. Его еще называют Красной Горкой. Все это время духовенство совершает службы в красном праздничном облачении. Храмы украшены цветами, а православные верующие приветствуют друг друга словами «Христос воскресе». Всего празднование Пасхи продлится 40 дней, вплоть до Вознесения, которое в этом году отметят 10 июня. Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину!